Доброго времени суток, дорогой коллега! Если ты смотришь это видео, значит, ты пришел зарабатывать в интернет-проект Faberlic Online. И мы предлагаем вам пойти по построению Turbo Rost Plus. Чем же он так хорош? Давайте же с вами это обсудим. И начнем мы с самого главного. Мы с вами все пришли на проект зарабатывать. И желаем, чтобы наш с вами доход умножился вместе с вашим наставником. То есть наставник будет вам помогать на первых порах регистрациями. И вы поскорее выйдете на 9,12% по маркетинг-плану. Сейчас мы рассмотрим, какое построение приводит к более большим выплатам и что нужно делать вам в первую очередь. Итак, перед нами таблица выплат по маркетинг-плану до директорская. То есть пока лидер не открыл директора, эта табличка актуальна. Первый уровень – это 100 баллов личной группы, и вы на 3%. Старший консультант – 200 баллов, и вы на 6%. Лидер – 600 баллов, и вы на 9%. Старший лидер – 1000 баллов, это все баллы под вами, под вашей личной группой, и вы на 12%. Вице-директор – 1500 баллов, и вы на 15%. Старший вице-директор – 2000 баллов, и вы на 19%. И вот же кандидат в директора – 3000 баллов, и вы получаете по 23% за свою структуру. Конечно же, если делаете личный оборот 50 баллов. 50 баллов делать на 3-6% по желанию. Можете делать, можете и не делать. Но с 9% я советую вам вместе с вашим наставником посчитать, сколько же выплат вы теряете, если не делаете 50 баллов. Далее. А также в компании Faberlic с уровня директора есть квалификационные бонусы за подтверждение уровня. Если вы открыли директора и подтвердили его, то есть держитесь на этом уровне 8 периодов из 19, то вы получаете премию 55 тысяч. Это выплаты по России, конечно же, по всем остальным странам тоже есть квалификационные бонусы. И, конечно же, есть бонусы материнства и усыновления с 15%. Бонусы директорских статусов. Это когда, допустим, вы на уровне серебряного директора. Что такое серебряный директор? Это вы и под вами две директорские веточки и 1500 баллов личной группы в бок. И вы уже получаете по 5% с обеих веточек. Далее квалификационные бонусы, бонус быстрый старт, бонус стабильности и бонус развития. Обо всем об этом мы с вами говорим на вебинарах для новичков. И мы вас туда обязательно пригласим. Далее, конечно же, всем наставникам выгодно, чтобы вы росли быстро и качественно. Давайте же мы посмотрим, как мы строим свои регистрации по системе Turbo Rost Plus. Пока вы включаетесь в работу, наставник помогает на первых порах регистрациями и строит вместе с вами вашу первую совместную веточку под вами. По правилам компании ни вы, ни ваш наставник не могут провести под вас регистрацию, если вы не активированы минимальным балловым заказом в течение суток с момента регистрации. Просим скорее активироваться, и такая срочность – это личная просьба от интернет-проекта Faberlic Online. И только первый раз. Потом вы уже можете делать заказы так часто, как вам хочется. Самое главное – это активироваться за сутки с момента регистрации. Что такое активация номера? Это когда вы делаете заказ и оплачиваете его в течение суток. Минимально это 1000 рублей, остальные страны я покажу позже. Также спросите про акцию новичка у своего наставника или директора. Можно получить от 3-4 подарков за первый заказ от компании Faberlic. Я думаю, вы не откажетесь, поэтому внимательно изучите видео, которое вам даст наставник, чтобы получить эти подарки. Третье. В первые три активированные регистрации вы проводите в совместную веточку под вами, которую на первых порах ведет наставник, а затем открываете свою уже вторую веточку.
Просите у наставника Google табличку, куда вписывать свои регистрации и где брать регистрационный номер последнего человека в веточке. И наставник вам все объяснит. Если вы или уже ваши новички также активировались минимальным заказом в течение суток, то прошу отписаться своему директору, и вы получите свой личный рекрутинговый сайт в подарок. С него при правильной работе вам будут приходить регистрации на вашу почту. Итак, разберем же с вами третий пункт подробнее. Первые три активированные регистрации вы проводите в совместную веточку под вами, которую на первых порах ведет наставник. Когда вы активируетесь, ваш наставник даст вам все необходимые инструкции по созданию работы. Как создавать странички для коллег, как создавать рабочие странички, как с них начинать поиск людей. Также предоставит готовые текстовые инструкции и видео для рекрутинга. И сразу же, как вы найдете первую регистрацию, наставник предоставит вам, как провести регистрацию, табличку, куда надо вписать новичка, как последнего в веточке, шаблон переписки, по которому вы будете поэтапно обучать своего новичка, даже если вы сами еще ничего не знаете, обучение готово, и ваш новичок может по нему полноценно обучаться. И, конечно же, если ваш новичок активировался, то ему тоже положен свой сайт в подарок. Обязательно ему расскажите про это. Как сделать и оплатить заказ в течение суток, смотрите по ссылочке под этим видео. Далее, давайте же с вами поговорим, как вы будете строить свою структуру с вашим наставником. Итак, это ваш наставник, а это вы. Вы под него зарегистрированы. И, конечно же, ваш наставник проводит под вас регистрацию, а вы уже проводите регистрацию под новичка у наставника, если он успел активироваться в течение 24 часов. Ваш наставник помогает вам расти до 9%. Это 600 баллов по структуре. Далее, после того, как вы нашли 3 активированные регистрации, которые активировались балловым заказом, то есть вы умеете работать с людьми, то вы можете открывать свою веточку и свою Google табличку под нее. Наставник вам даст видео. Да, то есть это наставник, это вы, это регистрация наставника, ваша и ваша, да, к примеру. Не обязательно в таком порядке, может быть сначала 3 наставника, потом 3 ваши, да, и так далее. Как только вы научились рассказывать все привилегии компании своим новичкам, это значит, что вы готовы создавать свой личный товарооборот, и ваши лидеры будут обучены всему. И вы уже прошли какие-либо трудности, да, то есть вы уже умеете размножать браузеры, создавать странички, вы уже умеете разговаривать с людьми, вас уже наставник много чему научил, и вы можете открывать свою вторую веточку после 3 активированных балловым заказом регистрации в свою совместную ветку с наставником. Далее структура, конечно же, у вас будет расти. И растут не только ваши выплаты, но и выплаты ваших лидеров. Если у вас будет только одна ветка наставника, то вы будете очень мало зарабатывать. Но если у вас будут свои открытые веточки, одна или две, и ветка совместная с наставником, то тогда вы будете зарабатывать намного больше. Итак, давайте же с вами представим, что вы на 9%. Вы открыли уровень 600 баллов. И, конечно же, дальше вы продолжаете совместную веточку с наставником сами. Но не забывайте задавать своему наставнику вопросы. Да, вы ищете регистрации дальше сами, а наставник уходит помогать другим новичкам. То есть вот этот новичок еще не на 9%. И вы, как наставник, как лидер своего новичка, должны ему помочь подняться до 9%, и также, как ваш наставник, передать ему веточку, чтобы он растил ее дальше сам. И это очень важно. И обязательно запомните, даже если вам что-то непонятно, просто поверьте на слово, что построение в глубину – это ваша стабильность.
построение в ширину – это ваши выплаты. Если у вас будет только одна веточка, вы будете зарабатывать мало. Если вы всех будете регистрировать только под себя, у вас будут хорошие выплаты, но у вас не будет стабильности, да, то есть у ваших лидеров будет меньше получаться. И когда мы на первых порах помогаем нашим лидерам вырасти, то и они начинают вместе с нами зарабатывать, они открывают расчетный счет в банке, они начинают получать деньги на этот расчетный счет, так же, как и вы, да, в дальнейшем, и получается крепкая команда. Людям начинает нравиться зарабатывать дома, и они начинают верить, что в интернете есть помимо пирамид и такая серьезная компания, как Faberlic, где все официально, легально и где доходы белые. И даже после открытия расчетного счета в банке, после заключения договора с компанией, у вас начинает идти стаж, рабочий стаж. Далее, перед нами с вами пример. Например, вы директор, и под вами две веточки по 15%. И это идеальное, конечно же, построение, но более выгодное построение, если у вас будет на уровне директора 5 веточек по 9% или 3 веточки по 1000 баллов, тогда это будет правильное построение, более правильное, потому что вы будете очень хорошо зарабатывать. Далее, 5000 баллов, да, вы старший директор, да, вот лучше такое иметь построение, да, рубиновый директор, это уже 4 директорские веточки и 1000 баллов в бок. Кстати, золотой директор, это 3 директорские веточки и тоже 1000 баллов в бок. И с уровня золотого директора компания возит нас за свой счет в разные страны мира отдыхать, потому что мы этот уровень подтвердили, это своеобразный подарок от компании. А теперь подробнее о рекомендациях по построению для хороших выплат с самого начала. Конечно же, сейчас мы будем более внимательны. Первое, что нам надо для себя решить, хотим ли мы, чтобы наставник под нас регистрировал лидеров. Если да, то поскорее активируем свой номер балловым оплаченным заказом в течение 24 часов с момента регистрации. Правило компании гласит о том, что не вы, ни ваш наставник не может под вас регистрировать людей под неактивированный номер. Это правило компании Faberlic. Да, то есть регистрация просто не пройдет. Итак, вы активированы. Первая ваша регистрация проводится в вашу структуру под последнего человека в табличке, которую вам дал наставник. Сразу же после регистрации вы ему посылаете это видео. И если человек у вас пришел строить бизнес через интернет, то, конечно же, это видео ему поможет быстрее активироваться в течение 24 часов. Вторая и третья регистрация проводится под лидеров таблички наставника. Если все трое активировались, то четвертую регистрацию проводим уже под себя в первую линию. И тут важно понимать, что в эту табличку регистрируете, конечно же, не вы одни. В совместную табличку с наставником регистрируете не вы одни. И в чате именно ваши совместные веточки перед регистрации отпишитесь, что вы регистрируете человека. Смотрите дату и время предыдущей регистрации. Если время не вышло, 24 часа с прошлой регистрации, просите наставника данной регистрации обязательно потермашить человека, чтобы он выслал ему это видео и чтобы он поскорее активировался. Далее, если вы провели одну регистрацию в веточку, и в течение 24 часов человек не активировался, мы такого человека отодвигаем в бок. Не ждем. У нас с вами рост, у нас с вами бизнес. И регистрируем под последнего активированного веточки. Если же лидер все же активировался через какое-то время, но вы уже отодвинули его в бок, так как сутки прошли, тогда лидер растет самостоятельно, но получает от вас полноценное обучение. И, конечно же, отодвинутый в бок как неактивированный лидер в течение 24 часов. Такие люди либо терминируются через три каталога, да, если вы зарегистрировались и не активировали свой регистрационный номер в течение трех каталожных периодов, то ваш номер терминируется, удаляется из базы, чистится как неактивный. Если же вы активировались, то ваш номер активен целый год. Также
когда лидер сделает заказ, то он от вас может получать полноценное обучение «Просто растет самостоятельно». Поверьте, у нас на проекте больше директоров, которые выросли самостоятельно, без поддержки наставника в плане регистрации, а просто от информационной поддержки. И таких директоров очень много, которые выросли именно на информационной поддержке, не получая регистрации от вышестоящего наставника. Поэтому все в наших руках, и вы знаете, до 9% можно вырасти и самим. Потому что 9% это не так много, потому что даже вот если взять 3000 баллов, это директор, и директор это 60 человек, которые в вашей структуре сделают 50 баллов. А 9%, я думаю, выстроить легко и самим. Но, конечно же, все равно хорошо, когда ваш наставник вам на первых порах поможет 2, 3, 5 регистраций вам в структуру проведет. И интернет-проект Faberlic Online это практикует. То есть мы с вами регистрируем лидеров только под активных людей балловым заказом, иначе регистрация не пройдет. Изначально у вас будет одна совместная ветка с наставником, и когда вы открываете свою веточку совместную со своими новичками, то вы заводите сразу свою Google табличку и свой Skype-чат для этой веточки, чтобы там друг друга предупреждать, что вы регистрируете человека. Далее, сумма минимальных заказов для разных стран очень смешные, но поставьте на паузу данное видео и посмотрите все суммы, да, на какую сумму вам надо активироваться. Но самое главное, спросите про акцию новичка, прежде чем делать заказ. Также, внимание, советы на будущее. Многие лидеры, которые активно рекрутируют, могут быстро выйти на хороший рекрутинг. И если у вас может быть открыто много веточек, если 3 регистрации в день. Можете открыть 3 веточки, но ни в коем случае не разрешаем своим новичкам открывать веточки, пока они не внесут в вашу Google табличку 3 активированные регистрации. Обычно первый каталог у новичков мало регистраций, они еще только учатся общаться в соцсетях, и если они нарегистрируют людей в бок и не дай бог уйдут, эти регистрации останутся без поддержки. Конечно, бы хотелось каждому нашему новичку помочь, и вы как наставник понимаете, или ваш новичок растет с кем-то в паре, или он совершенно один. Разница огромная, поэтому даже если вы попали к такому наставнику, который под вас не регистрировал людей, то вы все равно как хозяин своей структуры должны понимать, что лучший род – это тогда, когда вы помогаете своим людям вырасти, и они быстрее выходят на выплаты, и вы быстрее становитесь драгоценным директором. Также, если лидер активный, если у вас мало людей, смотрим, если у вас мало регистраций, то, конечно же, смотрите вебинары и обращайтесь к наставнику. Норма считается, что если каждый третий, пятый кандидат на регистрацию делает заказ, это просто отличнейшая статистика. Если заказы ваши новички делают реже, значит, возобновляем свое обучение по школе новичка. И обязательно уже с 9-15% у вас появится отличный опыт общения, и вы легко будете обучать своих новичков по нашим готовым инструкциям. И всегда знайте одно: от вашего роста зависят не только ваши личные выплаты, но и выплаты вашего наставника. Поэтому и только поэтому наставник заинтересован в вашем успехе лично. Пишите наставнику по любым интересующих вам вопросов. Итак, куда же регистрировать продавцов и покупателей? Мы их регистрируем по очереди, то под себя, то под активного лидера, который в самом низу веточки. Если они активируются, то ваш человек, под которого зарегистрировали, предлагайте возможность бизнеса. И никогда не решайте за продавцов и покупателей, потому что иногда и уже неоднократно были такие случаи, что продавцы и покупатели пытались зарегистрироваться куда-то в другое место, потому что не знали, что тут можно тоже строить структуру и зарабатывать в интернете. Итак,
И, конечно же, пару слов о Google табличке. В Google табличку мы вписываем также под последнего цепочки. Обязательно просим у своего директора или у своего наставника табличку, видео, как создать эту табличку. Да, и обязательно вписываем в Google табличку точнейшую дату и время регистрации своей. Да, то есть вы провели новичка, зарегистрировали его, и обязательно пишите время и дату. И тогда, и дальше. Первое. В дальнейшем на каждую открытую веточку я вам советую заводить по Google табличке и по своему чату веточки в Skype. Второе. Сколько у вас лидеров активных первой линии, под которых вы ведете веточку, столько и табличек. Чтобы эти таблички у вас не путались, можно назвать именем лидера первого в этой веточке. Таблички, чтобы не путаться, можно переименовать в фамилию первого активного лидера в веточке. Это важно, и вам будет легко работать. Третье. Если последний лидер, вписанный в веточку, не активен, то мы его удаляем и регистрируем под предыдущего человека. То есть из таблички удаляем, а в структуре он у вас будет висеть как неактивированный лидер. Да? И, конечно же, предварительно, прежде чем отодвинуть человека, проверяем, точно ли прошло 24 часа с момента регистрации. И никогда не отодвигайте лидера в бок, даже если прошло 24 часа с момента регистрации, если у него какие-то технические проблемы. Например, в Казахстане нужно послать скриншот ИНН. Да? Например, иногда бывает, что в Германии могут не вовремя прийти СМС и надо отправлять на верификацию. То есть, прежде чем отодвигать человека, спросите у него, почему у него не получается сделать заказ. Иногда бывают просто технические моменты, которые быстро решаются в течение 2-3 дней. И, конечно же, фишечка. Если вы все-таки отодвинули лидера, который вам не отвечал или пропал, или еще что-то, да, и вдруг он активировался балловым заказом, допустим, через неделю, да, и он хочет работать, то можно предложить лидеру, под которым появился активированный, взять в шефство и вести эту веточку. Конечно же, если это был не продавец и не покупатель. Сами веточку под поздно активировавшегося вы не ведете, если он у вас не в первой линии. Это очень важно. И, конечно же, основатели проекта Faberlic Online желают вам активного роста, удачи, везения, трудолюбия, веры в успех и терпения. И знайте, что ваши директора с вами всегда рядом. Удачи! Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно найдите своего директора и обязательно с ним созвонитесь, и обязательно все вопросы ему задайте. Спасибо вам за внимание. До встречи в новых видео.